столице Армении полностью восстановлен порядок после массовых протестов, которые стихли лишь под утро. Чтобы заставить манифестантов разойтись, полиции пришлось применить спецсредства, в том числе водометы. Формальным поводом к несанкционированному митингу в правительственном квартале стало решение Кабмина повысить с 1 августа тарифы на электроэнергию. Этим воспользовалась оппозиция, которая устроила в Ереване несколько сидячих забастовок. Их участники перекрыли одну из основных магистралей – проспект Баграмяна. В значительной части города оказалось парализовано движение транспорта, в том числе общественного. И все же полиция до последнего не применяла силу, а президент Серж Саргсян предложил встретиться с представителями митингующих. Эту инициативу отклонили, а на призывы стражи порядка не отреагировали. Правоохранители по громкоговорителю несколько раз сообщили участникам собрания, что президент Республики Армения готов выслушать их требования. Призывы, просьбы и обращения полиции были игнорированы организаторами собрания. Под утро собравшихся еще раз предупредили, что противозаконная акция будет пресечена. Итог – 200 задержанных.